Всем привет, это Костик, и сегодня я хочу поделиться с вами новостью о подписке PlayStation Plus. Как вы знаете, 12 числа во многих регионах появилась PlayStation 5, в остальных регионах вот она появилась только сегодня, 19 ноября. И теперь по подписке PlayStation Plus каждый месяц будут давать 2 игры для PlayStation 4 и 1 игру для PlayStation 5. Вот, допустим, вы сейчас не хотите пока приобретать, как и я, PlayStation 5, пока что не видите в этом смысла, но в будущем как бы планируете. Так вот, и у вас, если есть подписка PlayStation Plus, которой вы пользуетесь на приставке PlayStation 4, то вам, я думаю, будет интересно узнать о том, что вы можете вот добавлять уже сейчас игры для PlayStation 5, которые дают по подписке. Для этого вам необходимо зайти вот на сайт PlayStation.com, авторизоваться под своей учетной записью, вот, на которой у вас уже есть вот подписка PlayStation Plus, и сделать следующее. Сначала вот я зашел в My PlayStation, потом выбрал библиотека игр. Вот, просто в поиске вводил, ничего не получилось, как вот многие показывают, опережаю события. В общем, зашел в библиотеку игр, а после этого только ввел в поиске название игры этого месяца. То есть вот в ноябре 2020 года у нас Bugsnax. Вот у меня она отображается, вот только для PlayStation 5 и значок PlayStation Plus. В общем, сейчас я в нее поиграть не смогу, но когда у меня появится PlayStation 5, эта игра у меня также вот будет уже. Вот, и также я в декабре могу вот добавить игру, потом в следующем году также. Вот. Так что пробуйте.